Всем привет! Сегодня вот такая вот у нас посылка, и это у нас Decoration Lights написано. Но конкретнее, что это такое, сейчас посмотрим. Естественно, я как бы покупал, я увижу, узнаю, что это, но так по посылке я не помню. По Decoration Lights я столько их купил, этих гирлянд. Ух ты! Она шла ко мне, не знаю, ну черт знает сколько она шла. Это которая гирлянда, которая вешать картинки. У меня это покупалось специально для скоро день рождения сыну. И помню, когда был первый год сыну, жена сделала такую красивую, натянула красивую нить и к ней прищепками прилепила фотографии с первого года жизни с нашего сына. И я вот это увидел, эту штуку, вот увидел эту гирлянду, реально я не смог пройти мимо, потому что я помню, что жена тогда в первый год делала вручную единичку из картона, я помню, это такая история, там облепливала ее салфеточками, это такая кропотливая работа была, она ночами не спала, вот, ну и немножко, чтобы облегчить в этом году, да, там, внести лепту, и я как мужик, как бы к этому хладнокровно отношусь, но все-таки не ездишь одной, но она любит там своими руками это все поделать, и возможно, это хорошо, а я люблю, вот, зачем париться, если уже кто-то все за нас придумал. Давайте попробуем включить, вот, она так выглядит. Вот такая вот длинная, то есть мы ее вешаем вдоль стены и красиво к каждой штучке приклеили, там через одну штучку к прищепочкам прикрепляем фотографии. И фотографии будут подсвечиваться за счет этой штучки. Питается от трех батареек, сейчас я батарейки найду и мы все посмотрим. Нашел несколько своих детских фотографий, сейчас мы их приклеим. Да, фотографии еще черно-белые и на бумажных носителях. Это означает, что я родом из 80-х, где-то 90-х годов. Вот. Давайте по порядку. Вот сделаем кусочек гирляндочки. Повесим на нее несколько фотографий. Друг, я не помню, как его звали, но он меня научил плавать. Вот такой вот у меня был друг. Вот так это выглядит. И давайте включим. И вот так это будет выглядеть. Красиво подсветка. Если бы оно еще было разными цветами, можно, конечно, закрасить их, достать, а не вклеенные. Можно было достать их, перекрасить их, или, допустим, добавить какую-нибудь тонкую фольгу или бумажку цветную туда, или можно снаружи их покрасить маркерами цветными. И они будут давать другого цвета оттенок, но беленькие тоже неплохо. Вот так все вместе они звенят. Вот так вот фотографии. Давайте выключим свет и посмотрим, как это будет без света. Совсем без света это плохо видно все-таки. Оно если обратной стороной. Нет, все-таки недостаточно этого фонарика, чтобы осветить полностью все. Но при освещении вот выглядит довольно-таки неплохо, интересно. И можно будет растянуть по стене вместо там обычной нитки, как делала жена, сделать на вот такие вот прищепки повесить. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!